бегу за посылкой. Он просто ее оставил на первом этаже. Все, забрала я свои две посылки. Сейчас буду открывать и вам показывать, что мне пришло. Я, конечно, в шоке. Не ожидала, что они просто будут валяться на лестничной площадке на первом этаже. Ну, такое себе. Сейчас буду открывать. А потом, а если бы кто-то забрал бы их, ну, то потом уже вам, с вами поговорю. Сейчас буду открывать. Такой вот набор пепельниц. Это Кевин на эфире был, когда Настя разбила пепельницу и решил заказать нам такой набор. Я, кстати, об этом вообще не знала. Он только мне вчера про это написал. Красивое, очень такое качественное стекло. Мне нравится. А здесь у нас штаны. Nike сейчас открою. А здесь пепельница. Сейчас открою. И худи. Худи тоже Nike. Сейчас открою, покажу. Такие вот штаны найковские в черном цвете. Кто их делает? Их делает у нас кто? Фокусируем Made in India. Вот такие вот они внутри. Ну, фокусируйся. Это как флис и не только. Я не знаю. Написано, что катон и да, как-то засвечивает что-то с камерой, не пойму. Я вам сейчас прочитаю. Материал 80% катон, 20% полиэстер. Вот. Ну, они такие тепленькие, в принципе, должны быть. В общем, так. Дальше показываю эту худи. Такая вот яркая худи. Она тоже теплая. Сейчас покажу. Made in Cambodia делает. Вот внутри. Она тепленькая. В общем, как-то так. Я люблю, когда худи, свитшот более такой просторный, не обтягивающий, поэтому вообще отлично все подошло. Я очень рада. Пепельницы. Спасибо большое Кевину. Это Кевин мне выслал посылку с Амазона. Предложил, говорит, хочу тебе заказать костюм. Какой ты хочешь, какой тебе нравится. Ну, я ему выслала вариант, какой мне нравится. Поэтому как-то так. Не надо писать, что, мол, вот, зачем ты опять приняла посылку? Зачем, зачем? Я с Кевином не ссорилась. Если Кевин, у него есть желание выслать посылку, то почему нет? Это равносильно, как и любой другой зритель там напишет на почту, вот, хочу вас поддержать, там, выслать посылку, как той же Юле высылают посылку. Поэтому ничего в этом страшного нет. Не надо писать, там, ты опять принимаешь какие-то подарки, все такое. Ну вот. В общем, как-то так. Кстати говоря, нам тоже на почту написала девушка, что она хочет выслать нам посылку. Поэтому, ну, как-то так. Я очень рада, поэтому, Кевин, ты смотришь это видео. Спасибо огромное, мне все очень-очень понравилось. Так, ребята, хотела продолжить и сказать свое мнение. Почитала, значит, ваши комментарии, то всем накинулись. Я не понимаю, почему. Это очень странно. У меня просто такое впечатление. Либо люди считают, что все девушки должны ходить, я не знаю, в классическом каком-то стиле, застряли в 60-х, 70-х годах. Все, значит, должно быть белая рубашка, синие джинсы и, наверное, штуфельки или платье. Это ж не мой стиль. Извините, пожалуйста, если вы находитесь в Германии, то покажите мне девушку. Да, ходят каждый по-разному. Это нормально, когда у девушки есть платье. Это классический вариант, элегантность, да. Носит какие-то там джинсики с туфельками, не знаю, что еще.
Плюс еще девушки, да, носят спортивный такой стиль. Комфортно, я не понимаю. Комфортно, да. Сейчас погода будет прохладно. Я не знаю, у меня все одноклассницы носят такие же Джорданы, такую же обувь. Все носят. Фирма Nike, она молодежь ее все да. обожает. Как парни, вот, как и девочки. Так, подожди. Унисекс это... тоже есть да. такой вариант. Я ж не уточняла, да, я думала этот, но их не было, и я... Блин, они мне понравились, я не понимаю, почему вы пишете. Слушай, я сейчас зачитаю комментарий. Давай, я отвечу, просто меня это реально взбесило. Пишет же, ты же уже ей ответила. Ты ответила ей. Да, мне, да. Я вижу. Время выбрала 3.10, типа на 3 минуте 10 секунды. Хотела Настя New Balance купить, но Аня сказала, надо другие брать, которые она выберет. Какой-то полный контроль. Ты пишешь, что? Я их тогда не взяла по обстоятельствам своим. Думала брать их. Но потом, когда я увидела Джордан, еще и да. по хорошей цене, конечно же, я их купила. Да. О, ты ж пишешь. Да, они мне больше понравились, чем New Balance. У меня мнение поменялось. Я не хочу никакие New Balance. Почему вы лезете то, что вы не знаете, и пишете какие-то свои, я не так знаю. Ты вот пишешь, а где Аня? Где Аня? Да. Где Аня сказала именно, что те нужно брать? Нет. Во-первых... Те, которые я хочу, ну, поняла? Да, конечно. Да, ну, типа, бред. Не пишите реально бред то, чего вы не знаете. У меня, тем более, мнение резко поменялось. Ага, значит, сейчас осень, Германия дождливая. Они мне реально понравились. Это такой вариант. Сейчас я подумала, на осень вообще классно будет. Спортивный костюмчик, Джорданы, супер. Зацениваю этот вариант. На повседневные курсы ходить вообще шикарно. Я не понимаю, почему вы в каком-то живете вообще стиле. Может, а джинсы я взяла, я себе придумала стиль. В дальнейшем, может, там, когда, я не знаю, как-то... Да. Нет, сэкономлю, я придумала там свитерок какой-то, свитшот под них. Я больше знаю, чем вы. Я пересматриваю всегда, как девушки. Эти штаны, они не для нас. Так сейчас зайдите на любую, не знаю, страницу, и попадаю именно вот на эти штаны, что даже я купила, как их правильно носить и с чем. Не пишите бред. Я больше вас знаю, чем вы. А чего же ты, Аня, не взяла себе эти Джорданы? Типа, ну, не Джорданы, а эту обувь. Да потому что один размер, вы что, не понимаете? Типа, во-первых, скажите... У меня есть две пары обуви. Там еще написали, типа, что это мужские... Написали, кстати говоря, что это мужские кроссовки. Вы что, прикалываете меня как бы? Какая нафиг мужская обувь? Это 38 размер. Ну, вообще, у меня нет слов просто. Они в женском разделе. У меня просто, знаешь, такое представление, что это пишут бабушки, не девушки. Ну, честно. Ну, почему-то я вот так думаю. Либо это женщины, которые привыкли ходить, как я говорю, джинсы, рубашки, а может нет? быть, все. А что, они вокруг не видят? Они не... Потому... Нет, они... Покажи. Хорошо, вы сейчас... я не хочу сказать так, но получается так, что вы сейчас засрали тех же девушек, которые в Германии, я постоянно смотрю, они носят и платья, и джинсы, и костюмы, и Джорданы постоянно. В чем да. ходят. Почему-то разобрали их вообще. Это дело каждого, в чем ходить. Я не понимаю. В спортивном стиле, кому-то да. нравится классика. Мне понравились, я, блин, я в восторге, мне они нравятся. Это ж, я ж не вам предлагаю эти кроссовки, я ж не сую тебе эти кроссовки, говорю, ага, типа, бери вы там, типа, это. Вы поделились, показали, да. спросили, как вам мнение, мне нравится. Это не, да, это не говорится, что эти джинсы будут подходить этим кроссовкам, нет. Это будет спортивный костюм под эти кроссовки. Я не понимаю, как это так в нашем времени, 21 век. Ты не взяла New Balance? Я не взяла New Balance, потому что я подумала, что, во-первых, сейчас они в большинстве цвете, типа, я подумала, я не хочу, потому что погода такая белая, светлая, да, я передумала. Моя, я же сказала, и когда я их увидела, джордановские эти кроссовки, все, я поняла, типа, блин, это прикольно, хорошая скидка, вообще классно выглядят, и вообще, я не знаю, сколько я ходила, многих девушек замечала такую здесь, в Германии, в Украине, я же говорю, у меня одноклассницы такую обувь покупают, что здесь плохого, но при этом они могут на следующий день и одеть элегантные классические вещи, как вы говорите, я не понимаю вообще, меня просто реально это смешит, потому что, ну, со стороны я вижу, что это пишут какие-то бабушки, которые застряли в тех годов. Но у нас на курсах все ходят ну, в спортивных да. вещах. Да. Нет никого, кто... Что есть, это? Нет, есть одна женщина, одна единственная, которая одевается, да, там может одеваться прям какой-то классический, да, вариант.
Но в основном все ходят в том, в чем им комфортно. Комфортно, да. Кто вообще думает да. о том, кто что Ладно одевает. Бы вы рассуждали, если бы я каждый день ходила бы в платьях, да, каких-то. Ну, хотя бы так, юбки каждый день носила, не знаю. Или бы носила, извините за слово, там, церковные какие-то, я не знаю, наряды, как это называется, неправильно сейчас говорю. Ну, тогда бы еще что-то вы могли бы сказать. Но писать такое, для меня это просто шок-контент, как я говорю. Кому нравится, блин. Так я не понимаю, блин, вообще. Да. Я, короче, свое мнение сказала, пожалуйста, не лезьте туда, где не нужно. Нет, я сама знаю, что мне выбрать, нравится. Что купить. Вы спросили, как нам кроссовки, но вы же могли написать... Там свое мнение. Мы думали, как? Ну, кто-то напишет, нравится, кто-то не нравится. Да. Это на вкус и цвет товарища нет. Кто-то написал бы просто, Настя, мне такой стиль непонятен, мне это не нравится. Все, ну, все, свое от себя, да. На меня, я их выбрала, заставила Настю их купить. Или Насте они не нравятся. И... Блин, это страшно, ребята, еще раз повторю. Я когда зашла в этот магазин, я влюбилась в эти кроссовки. И они мне реально сейчас подходят под такую погоду. И все, и хватит, хорошо, нравится. Да. Потому что их бы уже не было. Да, их бы уже не было. И не пишите, что это мужские кроссовки. Если вы не носите, то увы, что я могу Нет, сказать. Ну, Настя, подожди. Еще раз повторюсь. Да, мы спросили... мнение наших зрителей. Мы спросили сами мнение. Не, ну мы спросили, но да. Не такое же, ну не такое, да. Я же говорю, можно написать более аккуратно. Ну что, не так? Да. Ну короче, так все. Сейчас мне напишут еще, что ты взяла у Кевина, все такое, у вас там с Людой конфликт. Люда, это отдельно. С Кевином я общаюсь, я с ним не ругалась. Ну как бы человек хочет выслать посылку, почему я скажу нет? Почему? Это мое мнение. Так же, как и Лариса. Она же не говорит той, кто там им высылает. Оля, не надо мне высылать. Я не знаю, да. Нам сейчас тоже женщина написала, девушка, что я хочу выслать вам посылку. Это нормальная практика у блогеров. Такое есть. Типа, ну блин, не пиши. Либо, я не знаю, я не хочу никого обижать, но... Не знаю, я, конечно, знаю, из-за чего это все идет, вот это все пишется, но здесь я не буду выражаться. Но я свое мнение сказала, и, пожалуйста, свое мнение где-то при себе оставляйте. Но если вы пишете, то пишите более аккуратно и как-то более понятно, а не с таким сразу накинуться. Вот. Я как будто вы моя мама, или не знаю, как будто вы мой муж, или кто, и вы мне знаете, в чем я хожу там каждый день. Все, я тебя вижу так, ты должна сделать просто так, это не твое. То, что пишут, это вообще две разных вещи. Ну, это да. Какое-то конструктивное... Ну, я же об этом, критика, да. Это да, вообще да. не то. Не то вообще. Так что, ребята, прекращайте я писать такое. Да. Конечно, нас. Такая и будет такая реакция. Все, я закругляюсь, и я остаюсь при своем мнении, вы оставляетесь при своем мнении. Мне пофигу, вот и все. Что могу еще сказать? Ну, так реально. Нет, я сказала. Спасибо большое. Да, для адекватных спасибо, да, что поддержали. Нормально, либо напишет, либо поставит лайк, и все на этом, как бы. Ну, не нравится, напиши просто, мне не нравится. Да, мне не нравится, это не мой вкус. Ну, молодец, что купила, главное, что тебе нравится. Не, подожди, знаешь, человек может написать, мне не нравится, это не мой вкус. А когда пишет, мне не нравится, это не твой вкус, так извини, может, ты еще скажешь, какие у меня трусики, какие я люблю трусики, ну, честно, какие я люблю стринги, не стринги, панталоны или как там, я не знаю, трусы, ну, подскажи, может, вы тоже это знаете, раз это не мое? Ну, честно, как по-другому на них реагировать? Просто написать, да, у каждого свой вкус, я бы себе такие не купила кроссовки, или... Наоборот, да, мне так, да, типа, это классно, все. Да, но да. Но писать, я отсюда, что Аня, все. Не вам это носить, поэтому, как бы, да. То, что вы носите, то носите. Я же не лезу, мы говорю, ваши трусы. Мы с вами, ну, блин, просим ваш совет, ваше мнение. По-адекватному но как-то хочется, да. Хочется, да, о ней гадости читать, ну, честно. Кройся, все на этом. Я вам сказала, и поэтому остаюсь на своем мнении, а вы со своим оставайтесь где-то там. Так что все, чусь.